В первую очередь задать этот вопрос мы решили главному врачу медсанчасти Алексею Азаренкову. По его уверениям, наша больница будет существовать еще очень долго, пока существует город и Смоленская атомная станция. Никто не собирался и не собирается ее перепрофилировать или закрывать. Да, действительно, проблемы в учреждении есть. Самая основная из них – это недостаток кадров, в первую очередь узких специалистов. Администрация больницы делает все от них зависящее, чтобы решить этот вопрос как можно быстрее и качественнее. Приглашает врачей из других регионов, дают целевые направления. Направление студентам медицинских вузов. Сейчас около 20 будущих медиков обучаются врачебному делу, чтобы затем пополнить ряды десногорских врачей. Есть еще проблемы с магнитно-резонансным томографом. Он был закуплен в 2012 году в рамках программы модернизации здравоохранения. В 2016 его уже ремонтировали, и теперь он снова в неисправном состоянии. Сумма, необходимая для ремонта, выражается в миллионах, и таких денег, естественно, в учреждении нет. Руководство подало заявку на финансирование работ в Федеральное медико-биологическое агентство и надеется на скорое поступление средств. Но, несмотря на проблемы, со всеми задачами по лечению пациентов медсанчасть справляется. Мы, несмотря на многочисленные слухи, не собираемся закрывать ни пищеблок, ни гараж, ни станцию скорой помощи, ни подразделение на атомной станции. Сокращений не предвидится никаких. Мы будем работать и оказывать помощь жителям Десногорска и работникам атомной станции. При финансовой и организационной поддержке концерна «Росэнергоатом» и Смоленской атомной электростанции в медсанчасти реализуется проект «Бережливая поликлиника». На эти цели было направлено 10 миллионов рублей. Выбраны три пилотных направления – оптимизация работы регистратуры, процесса забора крови и лабораторных анализов. В нашей медико-санитарной части в регистратуре поликлиники для взрослых установлено электронное табло с расписанием врачей. Работает многофункциональный телефон, оборудованы новые места для ожидания посетителей, налажена система «Электронная очередь». Все это говорит о том, что больница не только не стоит на месте, она активно развивается. И значит, ни о каком закрытии не может идти речь. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Марина Якубишина, Десна ТВ.